Отец наш, Господь, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царь Небесный, утешитель, Дух истины, вездесущий и все наполняющий, сокровище всех благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, Владыка, прости грехи наши. Святые, посети и исцели немощи наши имя Твою ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда и во веки, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дашь нам на сегодняшний день, и прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твои, и непрестанно молитесь. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Бога. Ава, Отче, услыши молитву нашу. Помилуй, прости меня грешного, тайно и явно, в уме и помышлении, во все дни и ночи, во все дни жизни великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подал ими, где падал и вставал. Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого и молитвы святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Свят, свят, свят. Слава Вышних Богу. Мир на земле и человеком в благоволении. Благодарю Тебя, Боже, за день, который даровал мне веру, страх Божий, ожидание суда Божия. Благодарю за день, который Ты дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми, Матерь Божия. Благодарю Тебя, покроем афором любви Твоей, в скорбях, печалях, телесных, тесных обстоятельствах. Ты помогала мне от позора, поношение, посрамление, отступничество и измены спасало. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти жизни, и в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел, и смертный час не покинь, и на мытарство проведи душу мою, и увиди Царство Небесное во веки, навеки. Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас, Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивым, довольным, довольствоваться питанием и одеждой, искать прежде всего Царствие Божие и правду Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Богу. Господи, услыши нашу молитву и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов, и тех, кто является служителями Твоими. Даруй им страх Твой святой. Господи, Боже наш, святитель Христов Никола, мирлетись, чудотворец,
образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу. Скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях, о животных. Господи, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Езр, Нееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиль, Акей, Сафоний, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, силы престола Божия предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, Ты всех знаешь. Да продлится еще мир, дай нам еще священника, рожденного свыше, и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иустин Философ, Космай Демиан, Андрей Стратилак, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Апирский, Анкимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренне в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия антихристской печати на чело и правую руку, чтобы в скорби и в печали никто не отошел от Тебя. Святые учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирий, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радожский, Стефан Пирский, Серафим Саровский, Иоанн Таборский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас. Да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь ко Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла, Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Мать София, Наталья и Андриан, Варвара, Екатерина, Перебедуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Устина, молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови, Господи, еврейский народ, чтобы приняли Тебя как Мессию. Даруй мир Израилю, России, Украине, Беларуси, большим и малым народам. Прославляем Тебя, Владыка, за все суды правды Твои, чтобы люди покаялись, да помилуй Ты нас. Молим Тебя, Господи, за призванных на фронт, братьев Никиту, Андрею, Максима, Николая, и других, не дай им быть убийцами, если придется погибнуть, не дай уйти без покаяния, если на то Твоя святая воля вернуться живыми и здоровыми. И внуков моих, Алексея и Александра, не дай погибнуть, и удержи их от зла, Господи.
Господи, помоги с изданием трехтомника, с толкованием блаженного Филопилата. Помоги, Господи, помоги. Посети болящих Ольгу, Антония и других, кто нуждается в помощи Твоей, кто нуждается в исцелении, выздоровлении. Утеши, облегчи их страдания. Не дай им отчаиваться и иметь всегда надежду на исцеление. Да будет по воле Твоей святой, Господи. Сохрани и укрепи потеряевской барнаульской общины. Не имеющим жилье, помоги обрести жилье. Делающим ремонт, управляться с ремонтом. Не имеющим работу, найти работу. Начальствующих, чтобы не заставляли делать разные прививки. Не имеющие виды на жительство, помоги в выдаче скорого получения. Благослови путешествующих, находящих на суше, море, на воздух. Спаси, сохрани отца нашего духовного напитка. И батюшка Иоакима, матушку Людмилу, Надежду Васильевну, Елену и других, которые служат тебе, которые стоят на молитве, которые сейчас не присутствуют. И делает многое для прославления имени Твоего Святого. Не оставь Авраама, Русика, Александра, когда не погибну, Сергия. Да будет у него покаяние, искреннее покаяние. Увидит он свет, Господи, неправду, в которую он попал. Спаси, сохрани, Господи, да будет воля Твоя. Сохрани и умножь наше сообщество в интернете. Дай всем рождение свыше, быть благовестниками и достойным великого звания христианина. Сестру Ирину не оставь. Помоги принимать правильное решение, а гонителей укроти и ослабь их, если возможно, чтобы покаялись. Вячеславу продолжать учение и быть, как Ты учил нас, Господи, быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. И удачно сдавать экзамены. Господи, защити нашу Родину от нашествий иноплеменников, от внутренних распрей, от беззаконий, которые в тайне. И останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих. Также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, да покаются в пренебрежении своем и проповедуют смело об Иисусе Христе всем. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Ава, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, и Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милости будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеславе согрешил, Господи, прости меня, Боже. Господи, соедини нашу молитву с воздеянием рук, с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся нас о благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех заповедающих нам молиться о них и помилуй меня. Говори, Господи, слушаю, да слышит рабы голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Поздравляю всех с Рождеством Христовым.